Игра полное говно. Супергейм. Когда играешь вот такое инвалидское изделие, да, то сразу понимаешь, что и того оценка и так сойдет. Надо было сохранить эти, то есть набрать себе кредитов побольше. Ну что ж, вот этот трой я точно соберу кредитов побольше. Меня третий уровень пугает. Вдруг ты, если там еще бревна не появятся, я упаду в самый вниз. Вот будет прикол. Пипега. Да зацепляйся, боже мой, цепляйся, брат. Блин, зацепился. Видите, как хорошо прыгаю? Потому что там куст. Маленький куст. Видите, сразу прыжок делается. Да что ты будешь делать? Развернуться очень трудно, понимаете? Шикарно. Забыл. А есть еще и Шиноби на NES, но она, правда, вроде не лицушная, да? По идее. Надо посмотреть. Блин, я вспомнил, надо еще выбрать список. Ой, марафона по Шиноби. Брат, цепляйся, боже мой, ради всего святого, цепляйся. Спасибо.
Нет, брат. Нет, брат, я все равно там не зацепился бы. Я-то знаю. Еще там остается понять в конце, где можно там цепляться, а где нельзя. Там же совсем другие камни. Ой, да в смысле? Все нормально же было. Походу, не до конца влево он откинулся. Какая у меня сила! В смысле, брат? Да я понял, понял. Надо же. Есть, шикарно. Акуна матата, как это уже надоело. На, брат, держи. Ну хорошо, хорошо, пойду я туда, конец. Походу здесь обязательно нужно быть. Нет, брат, нет, нет, бревно мое, бревно, любимое бревно. Ну, да вы шутите. Нет, брат, давай сразу. Давай сразу, давай, 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 ну, ну, да вы шутите, да, да вы шутите, боже мой, как вы делаете эту срань, ёперный театр. Это прям два шага назад. Супуню бы, наверное, рекламировал эту игру. Во, какие молодцы, Дисней. Создали игру, а не сраные пираты.
А потом бы подпевал, как супонил. Акуна матата та 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 блинский. Ну сейчас иду, ладно, ладно. Мне, ну мне просто лень. Вот здесь лень стоять. Все, я здесь постоял. Ура, шикарно. Давай, брат, давай. Врубай свою эту шарманку. Как водичка? Отлично, брат. Хочешь искупаться? Говорят, водичка холодная, но это все вранье. Сам попробуй, удивишься. Не, знаете что? Играйте лучше нормальные игры. Нормальные игры. Не выбирайте вот эти всякие хаки, шимаки, вот это. Оно нахрен ни к чему. Что здесь? Что, вот что здесь забыто? О, шикарно, зацепился. Как Симба подтягивается, а? Да я качок, мазафака. Ау. Больно. Курицы довольны. Бац. Я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Я на суше, ты на море. Мы не встретимся никак. Давай, брат, ну! Какая же... Подожди. Опа, 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 опа. Давай, брат, давай, спускайся. Спускайся ко мне, брат. Давай, брат! О, зацепился! Ура, давай! Оп! Поднимаемся! 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 Давай! Опа! Есть, шикарно! Симба вернулся! Ух! It stars! Поехали, надерем жопы и возьмем побольше кредитов! Надо под фонг слушать вот эту, играть в эту игру и под фонг слушать. Так побыстрее, намного быстрее пройдешь игру. А здесь, прям я не знаю, какая-то шарманка играет. А зачем я его это убил? Я теперь специально буду умирать, даже не спрашивать почему. Ну ладно, я отвечу. Ради кредитов. Побольше кредитов, хотя бы обезопасить себя. Обезопасить, да, от этой заразы. Боже мой.
Еще 3 жизни остается, и можно взять кредиты. Опа! А зачем я его убил? Прилег. А, это же, наверное, этот... Боже мой, я вспомнил. У нас в Крыму есть этот парк. Там, где всякие эти... Тигры, львы. Забыл, как называется, боже мой. Я там не был. Но отдыхающие приезжали. И рассказывали, что там вроде прикольно. Хотя они могут тебя сцапать и оторвать у тебя... Сердечко. Боже мой. Что я несу? 8 жизней. Шикарно. Все. Сейчас мы проходим. Сейчас мы проходим. Зараз мы на проходим. Проходимо, проходимо. Еще как проходимо. Методу робокопа. Шикарно, брат. Шикарно. Сюда. Нет, брат, ты что? Я забыл. Ай, какая срань. Ну ладно, 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 ладно. Ну сейчас пройдем, ладно. Сейчас, сейчас. Будет мамба-юмба сумба. Бац. На. Шикарно, брат. Шикарно. Вот так вот. Та-та-та-там. А
Остается, блин, пройти этот последний уровень и узнать, где камни можно вот там подобрать, там зацепиться, я не знаю. Ну это какой-то пипец. Скала про это. Сейчас по-армянски тебя сделаю. Болинский. Ай, да иди ты в сраку, брат. Ай, собака. Брат, огоньку хочешь? Закурить хочешь? Конечно, брат. Шикарно. Ой, да иди ты в сраку. Букер, ты веришь в Бога? Нет, я боюсь король лев. Нанес. Да, собака ты такая. В смысле? Это Биошок, я тут ни при чем. Ай, собака. Ух, собака. Да в смысле, собака?
Да в смысле? Да почему ты не берешься? Это специально так задумано? Какая-то скала Прайда. Да вы специально. Брат, давай, цепляйся, ёперный. Ну да, да. Я огоньку хотел, конечно. Я огоньку хотел. Что-то закурить захотелось, вот покурить. А тут на тебе. Хочешь огонька, сынок? На, воспользуйся этим. Я, наверное, понял, что нужно сделать. Это я затупил. Да вы шутите? Да вы шутите? Закурить хочешь, брат? Нет, курить не хочу, я бросил. Боже мой. А потушить можно? Да, огоньку захотел. Что-то холодно. А можно мне огонь, пожалуйста, в игре? Что-то мне стало холодно слишком. Вот так вот. Он цепляется, то он не доцепляется, но при этом держа. Непонятно за что. Собака, ты так... Собака? О, шикарно. Последний герой. Остаться в живых. Вот собака. Вот, ну. Да в смысле? Брат, огоньку? Спасибо. Я теперь понял, как цепляться там. Все. Нужно, чтобы ноги были сзади. Да насрать. Давай. Нет, брат, ты что? Страх потерял. А огонь-то не исчезнет. Подождать вообще не нужно. Ну, 6 кредитов у меня. Мне надо еще добраться.
Да я лучше буду одни и те же движения делать, если у меня хорошо получается, но пока что. Ну, брат! Ты серьезно, не цепляешься, собака? Не цепляешься, собака? О, шикарно. Вот надо же. Вот это анимация хитбокса, конечно. Сейчас меня сделает. Это я точно гарантирую. А, ну да, 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 чё я туплю? Зачем мне ждать? А, в смысле? Понял, понял, я понял. Я забыл даже жука взять наверху. Да завязывай с этим. Опа. Да. Ну да, брат, ну да, конечно, не достал. О, понятно. Недоработанное говно. Недоработанное говно. Да что ты будешь делать? А может это армянский лев? Да что ты будешь делать?
Сейчас огонь появится. А, да ты шутишь, брат, да ты шутишь. Да ты шутишь, брат. Да пока я там круги делал. 5 кредитов. Не зря я собирал. Брат. Ой, боже мой. Дай мне сил, а? Пройти эту срань. Кривую. Недоработанную. Пиратскую. Какие там еще слова можно употребить? Сука. Да что ты будешь делать, брат? Ну это как... Это прям какая-то смехотура. Шикарно. Нос чешется. Пипец. Будет к буйне. Ой, да ты шутишь. А, я тебя обманул. Сволочь. Yes! Ух, ГГ, ну прошел срань.